Президент России в Дагестане. Встреча с ополченцами 99-го. Диалог на равных. Двадцатилетие разгрома бандформирований, чествование ныне живущих защитников Родины и память о погибших. Единство народов, единение людей. Дагестан отмечает один из главных республиканских праздников. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. На неделе Дагестан посетил президент России Владимир Путин. Он побывал в Ботлихе, где возложил цветы к мемориалу, установленному недавно в память о выходцах из Ботлихского района, погибших на полях сражений разных войн, в том числе в ходе боевых действий в 99-м году. После этого глава государства пообщался с жителями села и ополченцами. Собравшиеся получили возможность напрямую рассказать президенту о проблемах, волнующих дагестанцев. После 9 классов решили подать документы в кадетскую школу. И, естественно, там в характере у нас, мы сразу сходу в приемную комиссию не идем, сначала ищем знакомых и так далее, чтобы это правда, что правда, то правда. И, ну, я богат своими друзьями, и пошли, и нам посоветовали, значит, лучше, говорит, не сдавайте, если вы сдадите сюда документы. Дело в том, что, говорит, решение такое, но негласно, естественно, дагестанцев, чеченцев, ингушей не принимать. Ну, во-первых, никакой, конечно, команды не принимать ребят из Кавказа нет, и быть не может, потому что, наоборот, нам нужны ребята из Кавказа в армии, вооруженных сил. Нужны, потому что, когда, значит, если мы сталкиваемся с какими-то проявлениями, если в правоохранительной сфере, то лучше, если сотрудник правоохранительных органов, и если ребята с Кавказа где-то бузят, лучше, как он придет, сам человек с Кавказа, да? Не напомнит ему о традициях Кавказа сам. Если это армия, если армия сталкивается с определенными проблемами внутри страны или выполняет задачи за рубежом, ну, в частности, в Сирии, да, наша армия выполняет задачи в Сирии, это же мусульманская страна, и там присутствие наших военнослужащих мусульман чрезвычайно важно. Потому что это вызывает доверие у местного населения. Еще несколько лет назад, вот в то время, о котором мы сейчас вспоминаем, в армии-то не очень хотелось служить. И родители не очень-то отпускали в армию своих детей. А сейчас наоборот, у нас там во все военные училища очередь стоит. Поэтому это тоже очень приятно отметить. А ваш сын-то куда поступил? Это после 9 он поступал, сейчас закончил юридический колледж, юридический. Ездили, попытались еще раз, за 3000 километров поехали в Новосибирск, пробовали, но не получилось. Но ничего, мы упорно будем продолжать. Значит, вы сейчас говорили о том, что начинаете, как прежде всего, начинаете с каких-то знакомых, со связей. У вас есть хорошие связи? Они вам точно помогут. Скажите, куда он хочет поступить? Отметим, визит Владимира Путина в нашу республику связан с 20-летием со дня разгрома банд международных террористов, вторгшихся в Дагестан под началом Басаева и Хаттаба. 5 сентября 1999 года. Страшная дата для жителей Новолакского района. В этот день произошло третье неожиданное нападение боевиков Хаттаба на территорию Дагестана, совершенное уже после Ботлихского и Цумадинского рейдов. Село находится прямо на Дагестано-чеченской границе. Это позволило врагам, которые были вооружены до зубов и в разы превосходили по численности силы армии, застать всех расплох. Все это и привело к трагическим потерям. Так на посту в селе Тухчар жестоко расправились с молодыми бойцами российской армии. Свидетелями кровавой драмы стали местные жители, с которыми спустя 20 лет пообщалась наша съемочная бригада. О невосполнимых утратах. Хадижа Курбанова. Уложили их плашмя лицом вниз и по одному выдергивали. Я оставил, наверное, на расстоянии 50 метров от них. И начали они процесс. Ну, резали людей, как животных. Это же не люди, как их можно назвать. Или какая мать таких людей родила на свет, я не знаю.
6 прерванных жизней, 6 ни в чем не повинных молодых солдат. Именно на этом месте погибли русские бойцы, которые прибыли в Тухчар для того, чтобы дать отпор наступающему врагу. Но бой оказался неравным. Человек Гамзатов – местный житель, свидетель событий 99-го года. Он приходит сюда нечасто. Тяжело стоять на месте страшной гибели. С трудом вспоминает детали событий, но отчетливо помнит. Здесь произошел самый страшный эпизод в его жизни. Перерезали всех. Один отсюда криком выбежал. Отсюда на расстоянии, наверное, тоже вот до дерева добежал. Они прямо со снайпера попали ему. Потом, когда подошли прямо в голову, пошли туда. Аллаху Акбар, и там же еще дорезали его. Он пытался убежать, да? Да, да, да. Он отсюда соскочил как-то от них. И он возле дерева прямо там уложили. После этого взяли их за ноги, как животных, оттащили вон туда, друг на друга. Оставили, ну они тоже камерой снимали, я удивлялся, что корреспонденты что ли снимают. Именно эта видеосъемка после распространилась по всему интернету. Видео жестокой расправы снимали сами террористы. Абсолютно хладнокровно и даже улыбаясь, экстремисты режут головы солдатам. Военнослужащие оказались в руках головорезов не сразу. В надежде спастись, они забежали в первый дом, который оказался поблизости. Человек Гамзатов в укрытии им не отказал. Держал в этом сарае. Но боевики пришли по следам. Гранатами закидаем, пусть лучше выйдут. Я им говорю, они не хотят выйти. В этот момент тогда они взяли гранатомет. Здесь была тогда пристройка такая перед этим. Гранатометом выстрелил, все здесь было наизнанку. Потом, когда они здесь, крик был слышен отсюда. После этого, через определенную минуту, минут через пять, видно, они через окошко, они, видно, переходили здесь, в этом помещении. Кто-то оттуда заметил, что здесь, и выстрелил еще гранатометом, вот, до сих пор пробитое вот это самое. Человек Гамзатов держал их у себя, несмотря на то, что в доме была вся семья. Риску подвержены были дети, жена, брат и мать ополченца. Мать вспоминает об этих событиях с дрожью в голосе. Особенно запомнила женщине, как в ее собственном дворе застрелили офицера. Когда боевики зашли сюда, здесь было очень много солдат. Все ребята успели спрятаться, но один остался. Началась перестрелка. Боевиков было очень много. Сначала они его ранили, потом добили. Они убили его прямо здесь. Я была здесь, во дворе. Было очень страшно. Никуда пойти не получалось, так как пули летали всюду над головой. Длился этот кошмар полдня. После боевикам удалось забрать ребят. Человек Гамзатову сказали, что их обменяют на русских офицеров. Слово не сдержали, расстреляли всех. Теперь их фотографии почетно представлены в местной школе, а их имена стали предметом изучения для историков. Начиная с 2000 года до 2007 года наш отряд, телевизионный отряд красных следопытов, скажем сейчас, в настоящее время, это следопыты-краеведы, 7 лет искали мы этих невинно убитых военнослужащих. Мы нашли, узнали адреса родителей этих военнослужащих, писали им письма глав администрации поселения, где они жили. Но, к сожалению, мы никакого ответа не получили. Видимо, не хотят вспомнить это страшное событие. Бойцы срочной службы, призванные из разных регионов страны, не могли представить, что их ждет. Многим по 18 лет. Напуганные до смерти молодые ребята просили о пощаде, но их никто не слышал. Люди добрые! Добрые, добрыши! Были погибшие среди мирного населения, рассказывает Загиди. Героически погиб на поле сражения Ахмед Давдиев, старший лейтенант Новолакского РОВД. Хотя наши жители говорили Ахмеду, не иди туда, там уже боевики, это село захвачено боевиками. Он сказал, я должен там быть. Это моя работа. Скорее мы услышали, там выстрелили Давдиев автоматной очередью. Расстрелял
шестерых боевиков и сам был убит пулеметной очередью. Это первая жертва, первая смерть, скажем, 5 сентября, который произошло в нашем селе. Память о всех героях войны 20-летней давности здесь чтут и помнят. Все они, погибшие в неравном бою молодые ребята, стали жертвами нелегкого положения. Беда пришла, откуда не ждали, и защищаться было нечем, разве что голыми руками. Потери были предсказуемы. Жаль, что их цена невосполнима. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Новолакский район. Согласно постановлению правительства республики, 16 сентября в нашем регионе будет выходным днем, в честь Дня единства народов Дагестана. В документе говорится, в связи с совпадением праздника с выходным днем, перенести его с воскресенья 15 сентября на понедельник 16 сентября. Отмечаемый сегодня День единства народов Дагестана – республиканский праздник, который празднуют ежегодно, начиная с 2011 года. Он установлен согласно указу президента республики в целях единения и консолидации многонационального дагестанского народа и является официальным выходным. Главное торжественное мероприятие, посвященное празднику и 20-летию разгрома международных бандформирований, прошло сегодня во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Подробнее об этом в сюжете наших корреспондентов. День единства народов Дагестана – самый молодой и самый главный праздник республики. Призван он объединять народы, проживающие на территории региона, а их немалое количество – более 60. Поэтому отмечать этот знаменательный день принято с размахом. Во всех городах и районах республики проходят массовые гуляния и концерты. В этом же году масштабы празднования удивляют. Ведь основные акции посвящены 20-летию разгрома бандформирований в 99 году. Одна из них организована здесь, в Каспийске, во дворце имени Али Алиева. Здесь до начала мероприятия собралось большое количество людей. Зал полон. Это более 5000 человек. И вот мероприятие начинается, и открывает его заслуженный артист Дагестана Селим Алахьяров. Затем слово предоставляется главе Дагестана Владимиру Васильеву. Руководитель региона в своем выступлении подметил, как единство неоднократно помогало дагестанцам в трудные периоды. В истории было немало значимых и поворотных событий, от которых всецело зависела судьба Дагестана. Единство народов, страны гор, их дружба и взаимовыручка помогали в тяжелые периоды достойно пройти суровые испытания. В далеком 1741 году, разгромив сообща войска Надиршаха, Дагестан получил исторический и духовно-нравственный опыт народного единения. В эти дни мы празднуем 20-летие. Вторжение бандформирований нарушило мирную жизнь людей, поставило под угрозу целостность самой республики, всей России. Мудрый Расул Гамзатов сказал тогда: «Бандиты пришли освобождать Дагестан от дагестанцев». После приветственной речи Васильева на сцену приглашается Муху Алиев, первый президент республики, очевидец событий 99 года. По его словам, в те времена сплотились практически все – общество, армия, власть и духовенство. Говоря о героях той войны, сегодня я не могу не сказать о нашем муфтии. Я вчера говорил об этом Ботлихе, хочу сегодня еще раз здесь повторить. Муфтий наш, те, которые его знают, знают, что он тихим голосом говорит. Но тогда, когда началась война, и он обращался к народу, его слышали все, и в горах, и на равнине, его слышали и верующие, и неверующие. Они поверили муфтию, который говорил, что эти бандиты ничего общего не имеют с религией, что они не вправе объявлять джихад и действовать против нашей республики. Сегодня...
После вступительных слов представителей власти и пассионариев республики началась концертная программа. Яркие номера, красочные национальные костюмы, народные песни и, конечно же, лезгинка. Насколько она разная, можно было увидеть по танцам, лихо сменяющим друг друга. Тут и даргинская акушинка, и лакский чаргудай, и кумыкский биев. Патимат Ханапова, Музаз Алгереев, новости ННТ, Каспийск. Сегодня отмечает свое 60-летие муфтий Дагестана, шейх Ахмад Хаджи. Мудрый наставник и признанный лидер мусульман республики. От имени коллектива телеканала ННТ хочу поздравить досточтимого шейха со значимой датой в его жизни и пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет на благо мусульманской умы Дагестана. А накануне прошла встреча шейха Ахмада Афанди с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым. В ходе встречи духовный лидер Дагестана был награжден медалью за большой вклад в развитие парламентаризма и в связи с 25-летием Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которую вице-спикер Совфеда вручил от имени председателя Верхней Палаты Парламента России Валентина Матвиенко. Ильяс Умаханов отметил важность взаимодействия органов власти с духовенством и подчеркнул роль шейха Ахмада Афанди как духовного лидера в деле укрепления единства жителей Дагестана. Также Ильяс Умаханов, будучи уполномоченным по делам хаджа при правительстве России, дал положительную оценку в организации паломничества дагестанских мусульман на святые земли. Со своей стороны муфтий Дагестана поблагодарил гостей за награду и внимание. Исполнение республиканского бюджета стало главной темой сентябрьской сессии Народного собрания Дагестана. В главный экономический документ республики были внесены некоторые изменения. В работе сессии принял участие глава региона Владимир Васильев. Подробнее в сюжете моей коллеги Зумруд Гамидовой. Доходы республиканского бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 выросли на 11 миллиардов рублей. Министр финансов республики Юнус Адуев отметил, что в целом были исполнены все расходные обязательства, в том числе и в части реализации майских указов президента страны. Доходы бюджета исполнены к факту 2017 года с приростом на 11% или на 11 миллиардов рублей. Трансферы из федерального бюджета поступили в объеме 80,9 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше 2017 года. Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет увеличилось по сравнению с 2017 годом на 27% или с ростом на 5 миллиардов рублей. Положительная динамика поступлений всех сложилась по всем налоговым платежам. Кроме того, увеличились детские пособия, которые несколько лет не повышались. На эти цели было выделено 259 миллионов рублей. В целом же на выплаты социального характера в бюджете республики было выделено более 5 миллиардов рублей. В области здравоохранения особое внимание было уделено обеспечению лекарственными средствами льготных категорий граждан. Расходы на указанные цели были увеличены в 2018 году в 4 раза и составили 667 миллионов рублей. Вместе с тем, республиканский бюджет был не исполнен на 10,2 миллиарда рублей, что не может не вызывать беспокойства. За истекший год отмечается и недобор по неналоговым доходам, а объем государственного долга составил около 10 миллиардов рублей. Анализ, проведенный Счетной палатой использования госимущества республики, показал на наличие системных нарушений, причем не только в части состояния госсобственности, но и поступления доходов от его использования. На имеющийся здесь проблем указывает значительный объем задолженности, которые на 1 января 2019 года составили 846 миллионов рублей. То есть увеличилось по сравнению с 2017 годом на 235 миллионов рублей. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время данная задолженность не уменьшилась. О проекте закона бюджета ФОМСа рассказал директор фонда Андрей Карпеев. По его словам, бюджет исполнен с превышением доходов над расходами. Профицит бюджета составил 335 миллионов рублей. И остаток средств на начало 2019 года составил 792 миллиона рублей, из которых 561 миллион рублей направлен в январе месяце на оплату медицинской помощи, оказанную в декабре 2018 года. И 229 миллионов рублей, переходящий остаток, который направлен в 2019 году на приобретение медицинского оборудования. В рамках сессии парламентарии рассмотрели и ряд других вопросов. А в завершении сессии состоялось награждение депутатов, внесших вклад в развитие парламентаризма. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.
И печальная новость. После продолжительной болезни скончался директор исторического парка «Россия. Моя история». Наш коллега, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей России Азнаур Аджиев. Азнаур Чингисханович долгие годы был одним из руководителей информационной отрасли республики. Возглавлял телекомпанию РГВК «Дагестан», Министерство печати и информации Дагестана, пресс-службу главы республики. Всем, кто знал его лично, он запомнился как отзывчивый и добрый человек и настоящий профессионал. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его друзей и коллег. Около 1000 махачкалинцев приняли участие в донорской акции «Марафон добра». Юбилейное мероприятие посетили известный дрессировщик Эдгар Запашный и телеведущая Юлия Барановская. Сдать кровь пришли представители власти, именитые спортсмены и общественники. Подробности мероприятия у Хамзы Нурмагомедова. Каждый из этих людей сегодня герой, потому что один донор спасает 3 жизни. Скажите, пожалуйста, почему вы решили сегодня сдать кровь? Что вас на это подтолкнуло? Здравствуйте, очень приятно, что такие акции у нас в республике проводятся. Лично я являюсь донором, поэтому я не пропускаю такие акции. Я, тем более, очень редкая кровь, я всегда прихожу, всегда сдаю. Очень приятно, мне не жалко, будем делиться добром, будем делиться кровью. На станции переливания выстроилась очередь. Одна процедура занимает около 15 минут. Сдать кровь пришли сотни людей, в том числе известные политики, общественники и спортсмены. Кто-то ждет этой крови, где-то кто-то не дожидается. Главное, чтобы всем все хватило. И не жадничали этой кровью, надо сдавать побольше. Все, кто может сдавать кровь, люди ждут ее. Доноры помогают миллионам людей в стране. 11 лет назад кровь спасла жизнь известной телеведущей Юлии Барановской и ее дочери. Теперь она посол добрых дел в регионах и активно занимается благотворительностью. Я благодарна им просто безмерно. Они должны знать, что на земле есть люди, которые когда-то получили их кровь и которые до конца своих дней будут молиться за их здоровье внутри и благодарить. И мне бы очень хотелось, чтобы к этой акции присоединялось как можно больше людей. Донорская кровь также в свое время спасла жизнь Эдгарду Запашному. Известный дрессировщик рассказывает, что 10 лет назад, в первые минуты после травмы обеих рук, он потерял литр крови и был на грани смерти. Самое главное, своей задачей вижу, это призыв молодежи, чтобы они задумались, насколько это важно. И самое главное, что это не страшно, потому что для многих забор крови, особенно для мужчин, является чем-то невообразимым, чем-то очень страшным в буквальном смысле слова. И только собственный пример может повлиять на них. Поэтому я вижу здесь большое количество людей, молодых людей, которые действительно, наверное, сегодня впервые попробуют сделать это по-настоящему благое дело. Торжественное открытие «Марафон добра» состоялось на территории парка «Россия. Моя история». Перед участниками выступили гости из Москвы и Южной Кореи, а также организаторы – торговый дом «Киргу» и компания «LG Electronics». Дагестан – это потрясающая республика. Нам очень нравится здесь. А кровь – это река жизни, и мы бесконечно будем заниматься донорским движением. Акция продолжится 3 дня. Донорский микроавтобус с участниками проедет по маршруту Махачкала, Дербент, Сулакский каньон, Хасавюрт. По словам организаторов, мероприятие проводится с целью повышения уровня знаний населения о культуре донорства и привлечения к этому как можно большего количества людей. Хамза Нурмагомедов, Муса Сальгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В «Единстве наша сила» в Казбековском районе под таким патриотическим названием прошел конно-спортивный фестиваль. Он состоялся в рамках празднования 20-летия со дня разгрома бандформирований, вторгшихся в Дагестан в августе 1999 года. Спортивная акция объединила сотни людей со всей республики. Среди них были ополченцы. Подробнее в сюжете Луизы Раджабовой. Проверка на прочность и стойкость дагестанского народа. Именно так называют события 99-го года. Спустя 20 лет здесь больше не свистят пули, а раздаются звуки лезгинки. Первыми на пути бандитов стали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября. Затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. 20 лет тому назад отъявленный враг, террористы разной масти, которые подготовку подключили во всех лагерях смерти в мировом масштабе, пришли, значит, дагестанский народ, чтобы поставить на колени. Но плохо изучили историю,
не знали о том, что дагестанский народ – это не тот народ, который можно на колени поставить. Плохо изучили историю. В историческом плане мы никогда ни на кого не нападали. Но постоянно на нас нападают и постоянно по зубам получают. Вот. Наш народ не забывает о тех ребят, которые сложили свою голову. Каспийское море не хватит смыть слезы наших матерей, жен от потери близких людей. В начале августа этого года Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков. Я сказал, старики вперед, надо молодым показать, как старики воюют. Мы первые поднялись на машине и поехали, держали оборону там. Так что этот праздник каждый год должен... Потому что вспоминать надо, что было. Традиционные предметы быта дагестанцев и угощений из блюд национальной кухни. В рамках мероприятия был организован праздничный майдан, на котором гости могли ознакомиться с подворьями селений Казбековского района, где звучала музыка в живом исполнении, а желающие могли станцевать. Тяжелый момент, в которых мы потеряли своих братьев, которые с нами пошли и не вернулись. Они в наших сердцах, в нашей памяти. Защищать свой народ и Дагестан здесь не имеет значения, мужчина или женщина. Мы все должны дружно, мирно объединиться и защищать свою родину и свой народ. Кульминацией праздника стали три заезда скакунов со всей республики. Призовой фонд – 180 тысяч рублей. Боролись за приз 84 джигита. На дистанции 1400 метров выиграл Марат Исмаилов из Аксай. Два круга быстрее всех преодолела лошадь по кличке Ахил Гаджимурада Гамзаева из селения Джингутай. На дистанции 5000 метров 4 круга победителем стал Шамиль Маликов из села Гильбах с лошадью Миритон. Победители заезда получили памятные медали, грамоты и кубки, а также солидные денежные вознаграждения. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Казбековский район. То, что мы сегодня вам вручаем эти... Не секрет, что в Махачкале добраться до своего пациента неотложки не так уж и легко. Не все считают нужным уступить дорогу карете скорой помощи, от которой, возможно, в этот самый момент зависит чья-то жизнь. В связи с этим сотрудники ДПС в столице регулярно проводят профилактические мероприятия «Уступи дорогу спецтранспорту». А насколько хорошо обстоит с этим дело, увидел мой коллега Камиль Девятов. О времена, о нравы. Годом ранее на улицах Махачкалы мы могли видеть совсем иную картину. Карете скорой помощи просто могли не уступить дорогу. Подобное в столице происходило регулярно, но настало время перемен. Перемен в сознании людей и в этике поведения на дорогах Махачкалы. В последнее время очень большое самое, положительная динамика есть, что люди лучше стали соблюдать правила езды и уступать стали лучше, чем раньше, намного. Камиль Дибирасулов в течение 28 лет приходит на помощь людям, выполняет свой долг. Он фельдшер скорой помощи. Ему приходилось бывать в разных ситуациях. И самое неприятное, когда водители препятствовали проезду. Есть люди, которые очень даже умело сами подсказывают, проходить, чтобы даже показывают, руками даже показывают, что можно проехать вот так. Нету машины, места куда пойти. А есть которые случаи, такой, который уступает, не уступает, молодой особенно. Молодые бывают, впереди ставят и ноль внимания даже. Они наушники ставят и ничего, так сигнализация, как будто не слышат они. Если скорая не уступает, они сами понимают. В любой момент может их не свои родственники, в любой момент попасть. Если не он не уступает, ему тоже такая ситуация может в следующий день попасть. Так что всегда уступайте дорогу. Соблюдайте дистанцию. За время проведения рейдового мероприятия сотрудниками ДПС не было составлено ни одного протокола и не было выявлено ни одного нарушения. Дорожные полицейские были приятно удивлены таким результатом. В городе Махачкала проходит профилактические мероприятия «Уступи дорогу спецтранспорту». Хотим обратиться ко всем водителям, чтобы соблюдали правила дорожного движения и беспрепятственно пропускали спецтехнику. Рейд показал, что махачкалинские водители видят, слышат и уступают дорогу автомобилям скорой помощи. Во всяком случае, сегодня это было так. Но делать вывод о том, что такая порядочность привилась нашим людям окончательно, рано. Поэтому подобные рейды будут проводиться регулярно. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. «Мама, я тону!» Услышав эти отчаянные крики, герои нашего следующего сюжета поспешили на помощь.
В беде оказались сразу три человека. Обычный отдых у реки для мамы и двух сыновей мог обернуться трагедией. Если бы не сотрудники полиции, которые по счастливой случайности в свой выходной день прогуливались рядом. Об истории чудесного спасения расскажет Карина Баталова. Это с виду неглубокая горная речка села Маджлис в тот жаркий день привлекла внимание братьев-близнецов. Камал и Джамал пошли купаться. Рядом находились мама и тетя. Они не догадывались, что в этом участке глубина реки достигает почти 3 метра, плюс сильное течение. Непоседливые мальчишки оказались заложниками водной стихии. Я думала, этот Камал плавает и говорит, ну, один раз зашел в воду и вышел. И крик закричала, мама, я тону. И вслед за ним пошел, побежал этот Джамал. И вслед за ними побежала сестра, и сестра тоже упала. На крики вмиг отреагировали Магомед и Микаил. В тот день сотрудники полиции по счастливой случайности в свой выходной отдыхали рядом. Увидев, как мать с детьми безуспешно пытаются вылезти из реки, мужчины поспешили на помощь. Соответственно, прыгнули в воду и начали вытаскивать, помогать там. Даже вот один из близнецов уже успел под воду уйти, то, что Микаил, он уже попал в руку, то, что его вытащил. И вот так вот успел вытащить, да. Можно сказать, чудом вот спасся. Думать времени не было, сразу запрыгнул и начал вытаскивать их. Надо было спасти детей. Там искусственное дыхание сделал, что-нибудь пришел? Да, я ту сторону вытащил, и потом сделал искусственное дыхание. Мать близнецов Саният была без сознания, но ее и мальчишек удалось привести в чувство. Сейчас они здоровы. В больницу ехать не пришлось. События того дня Саният вспоминает с трудом. От паники и шока она забыла обо всем. Огромное спасибо им. Тогда я в отчаянии это была, в шоке, что не могла даже тот тем поблагодарить их. Я хочу сказать им большое спасибо огромное. То, что они оказались рядом и спасли моих племянников. Дай Бог им здоровья и дальнейших успехов в работе. Река Улучай все так же мирно течет рядом. Но мальчишки знают, что это только с виду. В следующий раз будут повнимательнее. А пока у ребят в планах написать сочинение о поступке смелых полицейских. Карина Баталова, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Кайтакский район. В Казбековском районе около 45 лет работает единственная на Северном Кавказе ферма по разведению пятнистых оленей, занесенных, между прочим, в Красную книгу. У фермеров здесь много забот, от обеспечения безопасности животных до срезки оленьих рогов, которые активно используются в фармацевтике. В заповедной зоне вблизи села Алмак побывала наша съемочная группа. Пятнистых оленей можно встретить и в горах Дагестана на высоте 1300 метров. Их здесь около 1500. Питаются вот корнями вот трав и вот ветками. Они же дикие, и поэтому, которые не идут на корма, вот, они тоже, вот, если мы кормим хорошо, вот, они хорошие бывают, результаты хорошие бывают, рога вот высшего сорта. В лесном массиве вблизи села Алмак уже много лет находится уникальное для региона предприятие. Занимает 830 гектаров леса. Впервые на эту землю олени попали в 1974 году. Основная продукция – хозяйство панты. Это рога оленей в период роста. Приятная на ощупь замшевая поверхность пользуется большим спросом в фармацевтике. Считается, что лекарство, изготовленное из пантов, помогает от многих недугов. Будет оздоровительный, туристический, построен корпус огромный на 100 спальных мест и коттеджи для семейных, ванны, всякие ингаляции в виде гематогена, коктейли вот из этого панта. Оно очень благотворно действует на весь организм. Молодые, еще не закостенелые рога наполнены кровью. Она представляет не меньшую ценность для производства медикаментов, чем сами панты. С помощью специальной технологии и станков, поддерживающих нужный температурный режим, панты и кровь консервируют в течение месяца. Сейчас вот думаем совместно инвесторами Турецкой республики и с участием Алтайского института и их специалистами. Хотим тут где-то открыть фармацевтический завод на базе панты, пантекрина и лекарственных трав. Совсем скоро на базе фермы можно будет отдохнуть и полечиться продукцией оленеводства. Здесь откроется оздоровительный центр. Проект уже готов, а пока олени бродят по горному пейзажу, радуя глаз туристов.
Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Казбековский район. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!